Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби 2. Так, ну-ка глянем, что у нас тут. Какая-то награда. 1000 монет, спасибо огромное. Так, а что у нас тут такое? Ага, вот оно что. 10. Это я могу добраться вот до сюда, да? До тыквы. Хорошо, но начнем, друзья, как обычно, с ивента. Да-да, именно с него мы начинаем каждую серию по растению против зомби. Вторая часть. Так, у нас фараончики. У нас фараончики, ну, видимо, это... горохострел. С ускорителем. Ну, давай посмотрим. Хорош, разбомбил нормально. Так, кого брать-то будем? В расход, наверное, здесь в первую очередь. Потом наверх. Такс, у нас... Опа-на! Друзья, вот это плохо. Курабойщика надо валить. Нечего ему тут, как говорится, делать. Слушай, погоди, пацан, что это тут? Что ты тут вытворяешь? Вроде справляемся пока. Вроде пока справляемся. Так-то я заберу. Здесь давай немножко прокачаемся. Не нравится мне вот эта мумия. Там еще, смотри, что у нас, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успею я, как думаешь? Надо успевать. Хочешь ты этого или нет, успевать надо. Опа! Ты гляди, он, ты видел, где он оказался? Да-да. Глаза тебя не обманули. Он сиганул ко мне туда, прямо на передовуху. Так, я не врубился. Че, здесь еще и зомби-танцоры, что ли, пошли? Нет, по-моему, пора с этим дурдомом, ребят, заканчивать. Так. А если мы так сделаем? Ну, в общем, ты видишь, что тут происходит, и я тебе скажу, что... не очень все хорошо. Особенно вот здесь, вот в нижней, ребята... Так, ну, танцоров, ладно, мы разгребаем, а вот здесь-то... Здесь-то что? Все-таки подбил, а? Все-таки уничтожил. Блин, танцор, ты достал. Ну, что, ребята, поздравляю, справились. Дэнс-площадка зомби... Опа, это что-то новенькое, ребят. Так... Но вот этого однозначного у меня не было. Это у нас, если не ошибаюсь, брокколи. Или как его там величать-то? За 10 хочет. Хочешь, говорит, за 10 самоцветов еще пройти. Как будто они мне так на халяву просто достаются, эти самоцветы. Так, ребят, ну еще 1000 монет я зарабатываю. Итого у нас 3800. Так, зайду я к себе на огород. Гляну, что у нас тут. Так, отлично. Хорошо, великолепно. Дуриан, да? Так, здесь мы посадим еще 2. То есть у нас капелька и, как мы видим, морозный арбуз. Прекрасно. Друзья, события-то, события-то где? Где события, скажите мне, пожалуйста, на милость. Так, один самоцвет. Ну, он погоды, конечно, мне не делает. Ивенты. Ну, что у нас тут, ребятушки? Давайте вот этот вот. Блокколи. Блокколи, ну, я так понимаю, что это брокколи, хотели сказать, но блокколи. Угу. Так, он у нас боец, насколько я помню. Боец непростой.
Сейчас будем смотреть. Так, куда бы тебя поставить-то? Ну, давай здесь глянем. Поставим так, подсолнух. Подожди. Это они что, встают в блок? Или что вот это означает? Похоже, как будто они встают в блок. То есть это у нас защитники. А раз они защитники, значит мы с тобой точно защитники. Слушай, ну и причем я тебе скажу, очень даже неплохие защитники. Ну, довольно крепкие. То есть они стоят в защите, потом раскрываются и еще раз встают в защиту. Неплохая комбинация. Врагов, конечно, тут много, на нас еще будет идти. Насколько я понимаю, да? Вот справится ли у нас... Ну, давай здесь еще поставим. С ведрами самые сильные, получается, из зомби. Потому что это как бы их не броня, там, колпаки и все прочее. Но это последний зомби. Вот здесь мне не нравится, конечно, идет очень большой напор зомбариков. Поэтому так, наверное, сделаю все-таки. Шарп Драгон. Ну да, брокколи очень крепкие. Сколько их жевали, они даже, если посмотреть, практически как орех по крепкости. Только они еще могут как бы немножко за себя постоять. Ладно, что же. Первый у нас пройден этап. Давай попробуем пройти второй. Всего здесь 5 этапов. И, как мы понимаем, каждый этап будет все сложнее и сложнее, скажем разом. Опять у нас тут Египет. Выставляем грибы. Что у нас тут? Бонг чой, я вижу. Опять же брокколи и шипастая лужайка. Плюс еще одуванчик. Если честно, не особо я помню принцип... А, все, вспоминаю, ребят. Вспоминаю я принцип. Так, похитители. Похитители энергии. Надо их, наверное, проучивать потихонечку уже. Сюда так поставим. Ну, шипастые лужайки делают свое дело. Ну хорош тырить, у меня энергию-то уже. Бонг чой, звездани ему, пожалуйста, а. Надо, наверное, еще один одуванчик все-таки брать. Да и не один, наверное, тут. Надо их... приличное, так скажем, количество. Куда ты там тыришь? У меня энергию, а? Скажи мне на милость. Хорошо, что одуванчики бьют не чисто на своей линии, они бьют и по разным линиям вообще. Что очень хорошо. Так, наверное, надо здесь дубануть его дополнительно. Так, давай сюда еще поставим наш одуванчик. Грибы, как мы видим, уже подросли, дают нам достаточное количество энергии, так что все хорошо.
Ах ты, могилоеды идут. Точнее, могила разбро... Как назвать-то попроще? Раскидыватели могил, так скажем. Что не очень хорошо. Но, тем не менее, мне кажется, мы все-таки здесь справимся. Конечно, еще пойдет волна. Этих парней ставим на передовую. Шипы. Лужайки обязательно должны у нас присутствовать. И... А что он делает, интересно? Опа. Вот он как. Я же говорю, ребят, типа как ореха. Смотри, как он в глухую оборону встал. Ха, круто. С такими двумя этими крышками от мусорных бачков. Что-то типа того. Так, тут, наверное, можно уже ускориться, нет? Ой, тихо-тихо, подожди. Мумии. Мумии. Тут надо вот так вот делать. Чтобы банкчои покрывали. Твою налево, я и забыл, что тут гаргантюа-то еще будет. Ну что ж, тогда сделаем вот так вот. По нашей старой доброй традиции. Еще шипы. Его обратно сюда же притягиваем. Готов. Все, рухнуло его тело. Второй этап мы тоже прошли. 4500 монет у нас в данный момент имеется. Переходим с тобой на третью главу. Третью часть, так будет, наверное, правильно сказано. Ну давай, 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 ромашка. Так, тут гаргантюа, очень много летающих, друзья мои. Так, нам еще дают на выбор двух. Блин, а что я тут могу только взять подсолнух? А вот против летающих что нам предлагаете? Так... По-моему, ничего. По-моему, ничего. Вообще, какой-то выбор скудный. Да, скуднее некуда. Но не вишню же брать. Так, этот у нас прикрывается. Значит, нам надо что-то такое, что бомбит по головам. Типа морозного арбуза, что ли. Ладно, давай посмотрим. И я не помню, что вот это означает, если мы ставим сюда. Дополнительное солнышко. Такой арахис. С таким глупым выражением лица. Так, ну, заморозка, да, заморозка, это все понятно. Это все идеально и прекрасно. Ну, враг-то. Враг не дремлет. Блин, и этого мы с тобой не сможем подбить, да? Его только может бомбить арбуз. А он нас просто будет выкапывать. Как ненужный сорняк и выкидывать. Или как? Ладно. Придется, ребята, здесь воспользоваться.
Просто другого выбора не было. Так, здесь, наверное, придется раскидывать этих всех хламонов. Уж что-то они там вообще налегли. Капитально. Слушай, ну, в принципе, неплохое растение. Ах ты, Гаргантюа идет. Там идет Гаргантюа. Я не знаю, мы сможем сейчас... Как бы, по идее, должны расправиться. Насколько мы помним, арахис не такой простенький орешек, чтобы его так легко уничтожить. А вот, смотри-ка. Ой, Гаргантюашка упал у нас. Не выдержал нашего напора. Ну, тогда ему и дорога. Ну что ж, четвертый этап... Ребят, смотрим. Ну давай, прогружайся ты-то. Что так медленно-то? Так, средневековье, да? Да ладно. Черт подери. Всего три. Тут еще спортсмен-бегун. Как сделать-то лучше, а? Как сделать лучше? Там и летающие. Может быть, вот так вот. Кстати, надо нам, друзья мои, прокачать. Отлично. Ну, давай и так попробуем. Выбор невелик. Конечно, надо бы нам подсолнухи. И посмотрим, откуда пойдет первый враг. Пока так. Ну падай давай, шарик уже лопнул тебе там. Наши солнышки довольные такие, да? В очках, все дела. Так, мы взяли с тобой усилитель. Или, как оно здесь говорится, удобрение. Да, да, неплохой брокколи. Так, а вот это толкатели, по-моему, если не ошибаюсь. Слишком рано я активировал. Хотя нет, получили не по мозгам. Хм. Мы даже бегунов с тобой можем станить. Очень даже неплохо. Бежит, бежит, бежит. Ну что, не пора ли нам тут? Причем он стан включает, когда противник к нему подбегает вплотную. Что там, что там, что там, что там? Это психует, ребята. Обжора. Два Гаргантюа. Но, как мы поняли, этого недостаточно, чтобы уничтожить, да? Ладно, а вот так вот, если мы сделаем. А вот этого достаточно.
То есть получается сильнейшая атака у брокколи лучше, чем у ромашки, да? Ладно, это мы учтем. Так, ну что, друзья мои, последний поединок, и мы с тобой заберем пиньяты. Покажите. Сейчас скажут, вообще одним играй. Вначале было 4-3. Ой, вода. Ё-моё. Блин. Нет, тут дали много. Кувшинку дадут мне кувшинку? А, она у нас есть. Хорошо, кувшинка есть, это уже хорошо. Возьмем тогда крокодильчика. Этот гриб, я думаю, брать не стоит. Наверное, возьмем уменьшителя. Магнит. Нет, магнит я брать не буду. Блин, что нам делать? Это вода не даст нам покоя. Они будут... Ага, водоросли у нас есть. Ну, может быть... Ну, а почему бы и нет? Ох! Так, он же сейчас будет притягивать. Опа, и сразу всех под воду утянул. Ха! А водолазы ищут клады, да? Только кладов нам не надо. Смотри, что делать. Я не могу применить. Вот так вот есть только. Блин, я пожалел уже о том, что я так сделал. Ладно, фиг с ним. Уменьшатора пока не будем ставить. Опа, ты куда это вышел-то, парень? Так, погоди. Уменьшатор. А, нет, это не уменьшатор, это телепортатор. Он телепортирует их на самое начало. Так, подожди. Ну-ка, давай их потопим. Вообще обожаю. Опа! Уже прийти... Блин, гаргантюахи идут. Нам нужна, ребята, энергия. А я ничего, пофигу, да? Отравление. Давай еще так вот. Вот это надо потопить. А что не срабатывает? Я не могу врубиться. Они и этого наказали. Топи их. Смотри, утягивает уже. Телепортатор. На самое начало их. И давай попробуем. Опа. Буль-буль карасики. Черт подери, утягивает. Бомбим. И что, и все равно ему по барабану. Топим.
Но это последний этап, поэтому, ребята, он и должен быть, как бы, по идее, сложным. Логически. Так, ну, насколько я могу понимать, то, по-моему, это все. Нет, это не все. Ошибочка вышла, друзья, это еще не все. Так, сюда что ли его поставить? Уменьшатор пока не умеет. Почему уменьшатор? Телепортатор он называть тогда уже надо, не уменьшатор. Да, отлично, ребята. Ни один мотор у нас не был задействован. То есть прошли чисто своими силами. Так, и я заслужил пиньяту. Ну, понятно, картофельная бомба. Точнее, скажем, мина картофельная. Так, чертополох. Это у нас шариковый цветочек. Это лунный цветок. Да ладно, еще и вишневую бомбу мне сюда дали зачем-то. Ну, так себе. Так себе, ребят, награды. Конечно, хотелось бы что-то получше, но... ничего получше мне не дали. Что же, ничего не поделаешь. Заберем тогда здесь 2000 монет. Тут есть этот, но это долгий слишком ивент, и состоящий из 8 этапов, и... я по не представляю, какие там этапы, ребят, будут. Естественно, нелегкие. Ну что, у нас Пенни пурсует. Разыгрывается здесь та самая брокколи. Четвертого уровня зомби. Ну, я попытаюсь, конечно. Черт подери. Да, ладно. А, тут вон, нафиг я тогда брал этот боб? Так, это Маркадемия, если я не ошибаюсь. Лунный цветок. Так, секунду. Куда тебя поставить-то? Да, получается немножко. Лопухнулся. Ну вот совсем не в тему. Ты серьезно? Так он перейдет или не перейдет? Нет, здесь он не перейдет. А вот тут-то как быть? Шу-шу-шу-шу. Так, он же там не пройдет, я надеюсь? Да, конечно, не пройдет. Он уже почти прошел, ребят.
Блин, вот этот орех мне... Сейчас посмотрим. Да ладно, мы с этим зомби жили. Так, с одним справились, ладно. Ладно. Все, все нормально. Прошли. Прошли, друзья. 5 брокколи мы с вами получаем. Переходим на второй этап. На втором этапе... Ну, здесь мне больше все-таки... Десять икс реворд. Ну, 10, да, получается? Да я не потяну. Тогда я все-таки просто возьму, ребята, деньги. 800 монет. Тоже на дороге не валяются. Ну, давай, поехали. И возьму я, наверное... Вот так. Ё-моё. Летуны, пираты. Лучше-то ничего не могли придумать. Так, блин. Бомб-гранат возьмем. Наверное, так сделаем. Фига тут растений новых. Даже не знаю, что еще-то взять. А, против летающих надо что-то придумать. Ну, что у нас против? Так, не забываем, ребята, что нам нужен еще. А, и могилы. Нет, могилоед у нас есть, уничтожитель могил есть. Наверное, все-таки придется брать кливер. Ну что, начинаем с подсолнухов, как обычно. И вот так сделаем. Чтобы просто уничтожить эти чертовы надгробия. И курабочек тут. Да. Уж так получилось. В плане, блин. А, они возвращаются на место. Ну ладно, хорошо, хоть так. А здесь-то не вернулось. Фигня. Чё-то не вышло ни шиша. Друзья, надо переигрывать. На легком этапе так сфейлиться. Да все как бы было хорошо. Да еще 2000 солнца нужно. Может быть, вот это взять тогда. Берем шипастую лужайку. Это против куриц этих паршивых. Орех у нас есть, да? Защитник наш. Ну, бомб-гранат, я думаю, здесь не особо актуален. Вот тут вот этот будет еще норм. Ну и... Черт, сдувать как? Придется сдувать? Да чтоб тебе, а? Так, что ли? Ну, дал ты мне энергии, молодец, спасибо. А что дальше? А сделаем защиту пока. Ну, понятно, здесь кур мы уничтожаем. Ну, не довольно быстро, но нормально. Это что еще там за хмырь
с верхней полки вылетел. А, они уже защиту жрут. Так, давай сюда. Хомячит, да, значит, он там все-таки хомячит. Вот хакер, а? Но что-то у вас тут слишком уж много, ребята. Да, у меня денег нет, потому что... Так, здесь дава нет, надеюсь. Здесь, ну, даванул. Подожди, а... Стоп! Минус 425 солнца. Подожди, у меня что, лимит еще что ли был или что? Я не врублюсь. Да вроде бы как не было никакого лимита. А почему? Минус 50. Я уложился или нет? Уложился, друзья мои. 800 монет я получаю. Но больше энергии у меня здесь нету. Так, три самоцвета в плюсе. Так, вот что у нас еще есть. Ну, насколько я помню, здесь задания не особо сложные. Ну, сейчас посмотрим. Ого, это что, это же ночной колпак, что ли? Серьезно? Ребята, это же ночной колпак собственной персоны. Уж его-то я ни с кем не спутаю, и никогда. Оу. Сладости или страхости, как он там называется? Эти грибы ядовитые. Так, ну что ж, ладно, хорошо. Давай посмотрим, на что вы там, гадные олухи. Команда пиратов, команда магов. В общем, команда злодеев. Что у нас еще тут? Ну, не знаю, фасоль я... Ну, давай возьмем, фиг с ним. Пускай будет фасоль. Давай этого возьмем. Ну, и вот этого, наверное. И яблочную мортиру. Я думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы разнести их. Не знаю, чем занимается у нас ночной колпак здесь. Хотелось бы мне посмотреть на него в действии. Что он там? Что он делает? Что-то немножко не понимаю. Машет своими ручонками. Сжигание изнутри, да? Так, еще один подсумок поставлю. И... Так вот. Совсем ничего не бояться, а? Посмотри. От слова совершенно ничего не бояться.
Все-таки я не могу врубиться, что делать, начну колпаком. Но он машет, выпускает какую-то волну. И этой волной он, ну, как бы борется или что? Именно этой волной он атакует. Так получается? Ну, насколько я понимаю, да, так и получается. Он выпускает вот эту вот волну своих, я не знаю, из маленьких своих ручонок. И все. Ладно, давай посмотрим, что нас ждет на следующем уровне. Ага. Так, этот зомби хочет съесть этого малютку, что ли? Я не могу понять. Ха, они думают, что я им... Блин. Маг этот. Как сделать-то лучше? Давай так, наверное, сделаем так. Ну, возьму мортиру, плюс бомб-гранат, еще два места свободных. Одно место, естественно, мы оставляем под подсолнух. И... Блин, нельзя, чтобы этот превращал тут всех. Давай возьмем свеклу. Поехали. Так, ну что, он сейчас будет отправлять потихоньку-полегоньку зомбиков. Вот так вот. Но он ватный, и зомбики у него ватные, насколько мы помним все. Так что на него тут что-то рассчитывать особо сильно не стоит. А вот этих вот надо магов сразу валить. Иначе они будут превращать тут в этих, в баранов наших, наше растение. Что тоже не есть хорошо. Так, есть тут? Есть тут. Паршивцы. Так, взрываем. Можно сделать, конечно, и атаку мортиру. Вот, 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 вот об этом я и говорил. Бабах. Свеколка зарядила свой суперудар. Да ладно. Прямо вот так вот на изи. Ну что же. Так, она уже у нас прокачивается или нет? Что-то не понял. Переходим на третий этап. Тратим 10 энергии. И вперед. Опа. С этим цветочком я не знаком. Но я уже знаю, что надо брать. Где наш морозный могила-уничтожитель? Так, так. Вот он. Ну, вот он. Возьмем, сделаем так. Так, и, наверное, вот так. Все. Я готов. Сразу, ребята, выставляем. Это кто это? Он так бомбит? А, вот он что делает. Но он бомбит хаотично. То есть он бомбит хаотично и раскидывает вот эти вот лужи лавы хаотично. То есть без нашего контроля. Ладно. Это кто там у нас? Блин, там со снежками, по-моему, чувачок идет. А суперудар у тебя есть? Что-то я так и не понял. Что за суперудар-то?
Что за суперудар? Просто бомбит побыстрее и все. Я правильно понимаю? А вот это-то что у нас делает? Помнишь, нет? По-моему, нифига не делает. Надо тут взрывать. Так, еще может быть один выставим. Да, по-моему, прошли. Все, ребят, тут последние зомби остаются. Да. Ну вот и все. Все ведь? Нет, там кто-то там он ныкается. Это который снежками, по-моему, бросается, да? Так, ну что, еще немножко, ребята, мы с вами получим. Так, я нажал на выход, что ли? В меню. Поехали. Потом получим еще с тобой пиньяту. Или три пиньяты, по-моему, там одна пиньята, но три награды. Так, опять ночной колпак. Ну, ай, шуты эти гороховые. Так, вспомни. Вспомни, Рэй, как надо их бомбить. Я вот не особо помню. Честно говоря, не особо помню, что они делают. Давай попробуем так сделать. Ну, к примеру. Так, у нас киви заряженные, да, есть? Блин, видимо, это надо, чтобы он рядышком стоял. Ну, вплотную, так скажем. Сдуваем. Что же колпак-то этот все-таки делает? Успокойся, там магистр кислых вещей, он уже там замахнулся. Проверим. Угу, вот так он, ребята, в тылу врага и бомбит. То есть ты его выкидываешь, он начинает, он психует, лютует. Причем очень так хорошо лютует. Смотри, без остановки практически. А если мы еще одного такого поставим туда, это же будет вообще жесть. Они вообще никого не подпустили к себе. Вот так киви, ребята, вот так чудеса. Хорош, хорош. Ну что же, этот этап нам тоже под силу. Давайте, друзья мои, попробуем прогнать. Получим пиньету. А там... там еще у нас награда будет. Так, ну что, здесь... ох, вот они уже, гаргантюахи, пошли. Ну что же, на Гаргантюа у нас найдется свой, как говорится, колосок. Ах ты, ты же у нас уже все не лютуешь. Так, это есть, есть, есть колпак. Значит, почему ночной колпак-то здесь в приоритете? Я не могу понять. Почему именно он? Кабачок. Хм. А у меня ультовых, что ли, нету? Не осталось? По-моему, не осталось.
Гипноз. Нужен ли мне гипноз? Навряд ли. Помидор. Да. Помидор один из хороших, ребята, овощей, который довольно неплохо бомбит. А вот почему здесь дали нам вот эту фиговину, я ума не приложу. Ну, пускай на ней стоит колпак. Я просто помню, что помидор очень мощный, ребята. Особенно если он по накопительной идет. По накопительной это имеется в виду, что на один томат ставишь еще один томат, и вот в таком вот темпе он становится крупнее, сочнее и мощнее, что самое главное. Но пока у нас все норм, я попробую посадить как можно больше подсолнухов. Ну, чтобы нам хватило энергии. Так, вот это уже плохо. Еще он вытворяет. Он когда в этом, в своем бешеном ритме, в танце, он неуязвим. И это плохо. Но пока я трудностей не вижу. От слова совсем. Так, я хотел помидор по накопительной. Вот, видишь, помидор стал еще, ребят, крупнее. Ой, забыл я про тебя, парень. Что ты здесь будешь? Так, он умеет привычку бросать своего хламона, да? Нет, он уже никого не бросит. Он уже никого не бросит. Мы выиграли. Прекрасно. Ну что, забираем пиньяту. Давай смотреть. Так, этого растения у нас нету. Глумвайн. Но я его помню. А у меня он еще и не открыт, Хейзел. Здоровски. Этого парня у нас тоже нету. Могилоед. Так. И тыквоголовый. Ну а как же на Хэллоуин без тыквоголового, ребят? Конечно, никак. Ну что, пойдем с тобой за 10 джеками. 10 джеков, так получается. А, нет, пока еще не это. На 6-м этапе мы с тобой сейчас остановимся. 7-й и 8-й. Ну да, до 8-го этапа доберемся всего лишь. Ну, джека получим. Так, что ты тут? Он один почему-то. Хм. То есть я его должен, наверное. Я его, наверное, должен здесь защищать, скорее всего. Ладно, возьмем, сделаем так. Так, так. Отброску возьму, и нам нужен... Подожди, какую отброску, блин? Давай, наверное, так все-таки сделаем. Черт. Блин, тут еще эти. Ладно, поехали. Попробуем. Джека не взял, вот в чем беда. То, что ты уничтожаешь могилы, это, конечно, хорошо все, но у меня есть более эффективный способ уничтожать их. Прекрасно. Давай сделаем так. Бомб-гранат. Иди сюда, шут гороховый. И бежит уже там, с распростертыми объятиями. Так, наверху, ребята. А он что-нибудь...
А, он так вот он, да, уничтожает. Ну куда ты, куда ты? Опа, 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 она бежит, бежит, друзья. Чудище-то огородное. Я против него хочу взять и поставить помидорку. Да, пускай она пока еще маленькая, да, пускай не созревшая, зелененькая, но сейчас мы ее... Ух. Вот почему, ребята, я беру яблочную мартиру. Я думаю, ты заметил, что она на сколько-то секунд затормаживает противника. И это дает мне преимущество. Ну что, ребята, а теперь идем за Джеком. 10 джеков. Ну, 10 джеков неплохо, это лучше, чем 5 или 1. Так. Ну, без могилоеда. Точнее, так, Джека возьмем. Этого понятно. Так, так, и последний, это у нас будет вот. А почему я этого беру? Потому что он очень хорошо уничтожает надгробие. А что нам еще надо? Чтобы именно это и происходило. Зомби с этими на голове. Как, с арбузами на голове? Удивительно. Такс. Что дальше? Я вижу, внизу охламон ползет. Сгорел. Да ну хорош. Так, Гаргантюаха, успокойся. Идет он уже. Мне некого, некого, ребят, поставить сейчас внизу. Могу только вот так вот, наверное, сделать. И не прогадал. И не прогадал, друзья. Но мы что-то тут вообще с тобой расшухерились. Будь здоров. Не шанса им на победу. Давай, бомби мортиры. Давай еще их угощу вот так вот. Прекрасно. Отличный результат. Друзья мои, забираем с вами Джека. Блин, 32 из 100. И последний у нас поединок получается. Здесь можно было 25 тыкв выиграть. Ночной колпак. Найтхэп. Ну давай добьем уже все-таки энергию. Что делать-то? А раз уж ждали, пойдем. Эй, гарлик с резиновой перчаткой на голове. Молодец. Это я. Так, у нас там еще гриб один. Это я так, ребят, пошутил над ним. Над гарликом. Так, давай возьмем вот этого. Дальше, 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 дальше. А он мне нужен. Подожди, здесь, ребята, попрыгун с динамитом. Твою налево. Возьму туда бомб-гранат. Сделаем так. Блин, он все равно пойдет. А, ну если только горохострела брать двухстороннего. Двухсторонний горохострел. И гриб. Гриб. Ну, с Джеком возьмем. Так вот. Проверим. Так, двусторонний горохострел.
Надо просто смотреть, откуда пойдут эти бомжары. Так, кстати, я хотел посмотреть, что это за гриб, что он делает-то хоть? И чё? И чего? Ну, стал он вот таким вот, и что это значит? Я не понимаю. Вот он стоит, вдувает в себя воздух, вот. Вдул. Хоть убей, я не понимаю. Я не понимаю прикола вот этого вот. Ты бесполезный, если честно. Ну... ну вот что-то, ну вот она стоит в таком вот в положении, и все. И ничего не делает, ребята. Зомбик не подходит. Может, она как броня крепкая становится? Не знаю. Сомневаюсь, что она как броня крепкая становится. Так, ну что, друзья мои, наверное, на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!